Привет, ребят! Я хочу вас пригласить на ретрит, который состоится с 28 ноября по 2 декабря. Что будет на этом ретрите? На этом ретрите я раскрою, что такое пробуждение, что такое просветление, что такое клетки и клеточная структура, как можно работать со своими клетками, как мы с вами не только посмотрим, что такое клетки, но мы с вами увидим вибрационный слой клеточного пространства. Мы с вами поговорим о плотности. Конечно же, затронем тему вечности, тему времени. Что такое время? Что такое плотность? Существует ли время в нашей плотности? Что вам это даст? Что вам даст просветление и пробуждение? Это вам даст в нашей повседневной жизни иное понимание мироздания. Вы поймете, как с этим работать, как с этим жить. Вы увидите те шаблоны, те структуры, те подструктуры, которые раньше вам казались нормой, которые вы не могли заметить, не могли на них посмотреть. Вы увидите и выйдете из того матричного пространства, про которое очень многие говорят. Что вам даст просмотр своих клеток? Вы не только сможете посмотреть свою клеточную структуру, не только сможете прочувствовать вибрацию, на какой вибрации каждая клеточка вашего организма, но и заглянуть в вашу структуру ДНК, перезапустить структуру ДНК в том русле, в котором вы будете чувствовать себя намного комфортнее, как минимум, в этом матричном и социальном мире. Что такое время? Мы с вами не только посмотрим, мы с вами научимся работать. Как работать с этой плотностью? Что такое время? Как можно перезапустить время и что оно вам дает? Как вы можете в этой плотности, в этом мире организовывать свое новое пространство, которое вас выдвинет на новый уровень осознания себя. Ну и, конечно же, много чего другого. Если вам это интересно, если вы готовы полностью сменить свой образ жизни, если вы полностью готовы перейти в новое осознание себя и жить абсолютно другой жизнью, то приходи, я жду тебя.